В этом видео мы покажем тебе, как подчеркнуть черты лица с помощью техники контурирования. Вначале займемся осветлением. Возьми жидкую основу под макияж на тон светлее твоей кожи. С ее помощью скрой темные круги под глазами и выдели скулы, среднюю часть носа, подбородок и надбровные дуги. Для создания контура возьми основу на 2-3 тона темнее. Нанеси ее по сторонам носа, лба, а также под скулы. Тщательно растушуй границы между зонами с помощью кисти для основы. Твоя задача – добиться, чтобы кожа выглядела естественно. С помощью компактной пудры закрепи макияж и придай матовый эффект. В конце нанеси немного бронзовой пудры на зоны контура, чтобы добавить сияние. Поздравляем! Ты только что научилась делать контурирование лица.